никто не поймет. Всем привет, дорогие друзья. А, с вами Валюшов. Короче, у меня беда. Ты куда мне? А, он всё нафиг грифелит. Потом ломает ловушки. Я тут у нас домик кое-что вот, сделал. Вот, что происходит. Он лаву поставил, потом горит. Ты бы ко мне. Он меня... берёт тупо. Вот, ладно, напишу. Я к нему это покажу. Он... А он творит. Он Настя. Смотрите. Ой, он пожар. Он грифи. Вот, запомните. Алло, ты тут? Запомните. Ник. Всё, приходите, бань. Алло. Алло. Надо потушить. Подожди, надо потушить. Чё ты грифишь, Саш? Что? Чё ты её дом-то? Она долго делала. А я его сейчас быстро набью. Подожди, я сейчас секунду, и все это исчезнет. Если что, мы и свой дом отдадим. Сейчас камушек сломаю. Я в шоке. По-моему, я красный сервер. Я всё ломаю. Вот, смотрите, какой он грифер. Офигеть просто. Я уже просто проверил. Всё, короче, смотри. Сейчас проверим, что будет, если мешать. Пишите мне в комментарии. Пехеры лавы 100. Мне надо. Я буду читать ваши комментарии. Пехеры. Кто мне дашь? Лава. Лучше выйди. Давай, выходи, я напишу. Или забанить по айпаду. Или в консоли. А, подожди, я хочу эту команду проверить. Или выключить его, сильно. Или мир. Не, мир я оставлю. Но. Что мне делать? С этим, Сашей. Он всё сломал. О, я мир сохранил. Я сохраняю мир. Смотрите, что он делает. Он ещё сохраняет. Будем сейчас на минутку сервером. Смотри. Он деревья ломает. Прямо секунду, чтобы тебя не излагало, когда я напишу команду. Он ломает. Вот, вот. Смотри. У него такая команда была. Вот. У него такая. Он через этот кирок, потом он устанавливает. Через винду. Вот, такая команда. Вот, такая команда. Вот эти команды, он сейчас это потом возвращает, он крифит. Потом, ну, раз ты не хочешь выходить, тогда я прямо про тебе напишу. Ты готов? Напиши в чат. Да или нет? Что, типа, вы... смотри, что я нашел, ты походи скорей. Он так вот ломал. И это... Он еще там, где я там продаю. У меня эти блоки. Прямо над нашим домом можно сделать. Ты ведь не против. Кто мне много раз киляет? Офигеть полностью. Он еще бассейн портил. Ну по всему. Ты согласен лаву сделать? Молчание, знак согласия. Офигеть. Ну короче, прощайся. Ну, короче, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Вот, лаба. Вот.